Здравствуйте, дорогие друзья! Заканчивается юбилейный год 75-летия Победы. Год сложный, во многом непонятный, в связи с разными пандемиями и прочими напастями. Появилась у меня вот такая монетка 75 лет Победы. Здесь вот Орден Победы. Но обратная сторона — это стилизованный герб России, надпись «Российская Федерация», год 2020. Ну и герб на его фоне, герб Москвы, Георгий Победоносец. Орден Победы – это высший военный орден Вооруженных сил СССР. Учрежден он от 8.11.43 года указом Верховного Совета СССР. Этим орденом награждался высший командный состав Красной Армии. Этим орденом было 20 награждений и 17 кавалеров. Трое были награждены дважды, один лишен посмертно в 1989 году. Это был Леонид Ильич Брежнев, которому вручили этот орден в 1978 году. Но любил он это. Первое награждение было осуществлено 10 апреля 1944 года. Последнее 9 сентября 1945 года. Ну, не считая Брежнева, конечно. В числе награжденных были Жуков, Василевский, Сталин, Конев, Рокоссовский, Малиновский, Толбухин, Говоров, Тимошенко, Антонов, Мерецков, ну а также граждане других стран. Это Эйзенхауэр, Монтгомери, Жемирский, маршал Польши, Иосиф Броз Тита, король Румынии Михаил I. Такой вот орден, друзья, выполнен он из драгоценных металлов, украшен бриллиантами и цветной эмалью. Всего вам доброго, друзья. Удачи и хорошего настроения. Пока!